все дети имеют одинаковые права, независимо от цвета кожи, пола, возраста, особенностей или религии. Они имеют право на равный доступ к образованию, на защиту от дискриминации и на полноценную семью. Перед детьми стоят много преград, но если мы будем соблюдать их права и создавать им условия для их реализации, они смогут достичь многого. Каждый ребенок особенный. Все дети равные. Узнайте больше на сайте perspectiva-inva.ru.